Ой, лучше вот так. Всем здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алена, и я начинаю трансляцию по игре The Walking Dead. Значит так, перенести сохранение. Переносим сохранение или нет? Да ведь? Наверное, нужно перенести их, потому что, ну а чё? Перенос, ага. Нормально, так, перенести сохранение, да. Когда мертвецы только начали ходить по земле, я была юной и одинокой. Да, блядь, я, кажется, все поняла. Пока человек по имени Ли не стал меня оберегать. Ли защищал и других людей. Но не всех это вот мои сохранения. То, что я, помните, да? А кого я защитила-то? Кого я спасла? Вы помните? Я что, помню, что ли? Я Карли же спасла, женщину, как обычно, да? Короче, я спасла Карлю. Ты никогда не сможешь спасти всех. Да. Живые были так же опасны, как и мертвые. Женщина из нашей группы по имени Лили, ей было тяжело с этим смириться. Ой, да, она вышибла глаз. Она забрала жизнь того, кто спасли, кого спасли. Да, это правда. Мы бросили Ли, мы позволили ей остаться. Так, мы ей позволили остаться. Да, было такое, она потом угнала у нас, извините, пожалуйста, фургон. Ли, проявив доброту, но позже она ее воспользовалась. Он научил меня выживать, он научил меня туда-сюда, и его укусили из-за меня. Ну, как из-за тебя-то? До сих пор я помню все, чему учил меня Ли. Всегда передвигайся, держись вдали. Следи за прической. Я помню, что я этому ее научила, чтобы она всегда стриглась. Правда. Стриги волосы покороче, это может спасти тебе жизнь. Офигеть, как круто сделана музыка красивая. И красиво нарисована. Есть хочу. Такой смешной вырос, такие волосы дикие, прям пушистые, да? Как думаете, мне пойдет такая прическа? Завтра я такая к вам приду с такой же прической. Будет огонь, секси будет. Блин, крем вообще взрослая стала. Просто офигеть, такая взрослая. Вообще. Офигеть, по-русски даже. Друг, позвони в колокол. Давайте попробуем мои Джея внутрь кассы отправить. Посмотрим, что будет. Мне нужно, чтобы ты пролез внутри кассы. Вон в то? Я хочу, чтобы ты был смелым. Правильно. А что будет тряпкой? Я тоже хорошо могу быть смелым. Голова-то не пролезет. Потому что внутри открой эту дверь. Быстрее открывай, маленький засранец. Куда? Я еще там мать, конечно. Прости, дружок, они уже испортились. Ну, мы нашли банку бобов. А бобов-то она нашла банку. Ну, слушай, может, не надо прям утюгаться? Смотри за языком, хорош матюгаться. Я хотел сказать черт. Ну что, а маленьким нельзя ругаться. Глен Кук! Нам хватит этих запасов на пару недель. Закрывай! Закрывай! Это растяжка. Ой, быстрее закрывай! Боже мой. Бля. Монстр. Клементина, боец дикий. А зачем они сделали растяжку на еду? Что им жалко, что ли, было? Ну, экшончик. Ну, подай нож ты ей! В глазу, офигеть! Быстрее дергай! Ой, мамочка, этот они вообще нормально придумали. Офигеть, Клементина, давай. Давай. Молодец. Ты серьезно? Да ты могла, ты что, без того, чтобы ты могла потом ремень пристегнуть? Ну иди, сломайся! Yeah.
получается, кто-то подобрал, да? И ребенка подобрал, и Клементину. Блин, мне кажется, и Джей уже едят. Учитывая, что у них тема каннибализма, это как бы окей. Он был прекрасен, как Иисус. Можем понять сразу, что я пустила ребенка, потом посмотрим, сколько процентов сказали Эйджею залезть в дырку кассы. И сразу поймем, кто я ж мать. Нет, у меня, когда я стримлю, у меня каждый стрим хорошая компания. Ваша прекрасная компания. Но если я буду каждый стрим в этой прекрасной компании выпивать, слушайте, я сопьюсь, так что не надо. Блин, да ладно, опять довериться твою-то мать гребаную. Ботинки, топчик, я такие же хочу. Можно взять заточечку с собой? А пацанца, видишь? Мы не навредим тебе. Ой, ничего такой. Клементина, можно шоркаться с ним, я разрешаю. Bad boy, он bad boy? Каждой девушке нужен bad boy. Слушайте, у нее такой стиль вообще четкий. Штаны с карманами. Я в детстве носила такие, знаете, мне мама шила рэперские штаны темно-зеленые. С карманами, широкие штанища, в них гоняла. Слушайте, мне он тоже нравится. Я готова Клементину с ним сводить. Все, я готова. Конкурентка главная! Нужно было действовать быстро. Не знаю, что бы случилось, не заметь мы дым. Я ценю это. В одиночку с этим пацаном? А что ты? Здорово. Привет. В чем его проблема? Ты просто новенькая, мы не видели таких, как ты, никогда. В смысле, черных не видели, что ли? Шевели жопу, Вилли, где твой сраный лук? Смотрите, я ей не нравлюсь, она с этим мужиком мутит по-любому. И значит, а тут появилась другая девка, и она такая на очке сидит. Правильно, я бы тоже затревожилась. Сразу бы там туда-сюда. На. А друдастый, ты нормальный, тоже ничего. Надо кого-нибудь из них выбрать, да, ребят? ЛДЖ, я его ЛДЖ зову постоянно. Не ЛДЖ, а ЛДЖ. Клементина, ой, мне тоже нравится, я не могу. Слушайте, не знаю даже, кого теперь буду выбирать между мужчинами. Пистолетик. Дабл, Двойное, Does he know what that Он знает, что это такое? It's dirty. Он грязный. Почисти его. Maybe later. Может быть, позже. Полезай обратно. Там ему самое место. Dude, he's a top. Yeah, он еще мальчик, да, мальчик, shoot. Который умеет стрелять. You guys do your Что thing, ж, вы определенно стойте друг друга. Ай, да! Darling, дорогая, дорогая Клементина, потерялась ты навеки. Dreadful sorry, Clementine, light she was and like a fairy, and her shoes were number 9, herring boxes without topses. Sandals were for Clementine. Боже мой, ну как это мило! Как будто что-то привлекло их внимание, что-то вроде, я не знаю, взрывы или автокатастрофы. Ребята, берем Дрыдастого. Это наш стиль с вами, это наш тип. Мы боевые. О, ты что? Ну тут как-то сложно. Да я по старинке, как учили. Piece of shit. Говна кусок. I hate this clean up bullshit. Ненавижу. Хорошая девочка. Ой, хорошая девочка. Такой бульдог накачанный. Я смотрю, вы с Розей подружились. А вот тут такая Рози. Да шучу я. Ну чё ты? Они неплохо справляются. С монстрами. Ладно, народ. Эй-Джей! Блин, бедный, он прям в пах получил. Жалко. Клем. Клем. Прости, дружище, они выразили столько, сколько смогли. Эй-Джей, глянь сюда. Отдаст ты мой пись.
Я наелся, малыш, может доесть. Ну такой вообще, ты уверен? А то, ой, да все, не могу, дырдастый мы тебя берем к себе. Так, все, значит, нам нужен дырдастый, остальным можно пожертвовать. Он же спрашивает. Ой, а у тебя когда-нибудь был парень? О, господи! Я пойду охотиться, наверное. Началось. Ой, ничего не могу с собой поделать. Так мы же одного поймали, кролика, и сейчас еще другого поймаем. Ну, блин, не знаю, мне жалко. Ну, в смысле, я не могу так. Ну, как бы, блин, я не хочу так. В общем, я отпущу. Он маленький, пусть бежит. Bye, bunny. Really? What are we supposed to eat? Да мы поймали одного кролика, ты дебила кусок. Ты меня бесишь уже, дырдастый. Сейчас уйду от тебя. Я уже передумала вообще. Мне нравится рыба. Однажды я съел целую скулу. Неправда. Просто врун какой-то, дырдастый, надоел. Мне очень не нравится, он дурной какой-то. Я, например, не могу вот взять и свернуть шею животному. Вот я не могу этого сделать. Если бы, допустим, это сделал кто-то за меня из группы, хорошо, без проблем. Но я не могу, для меня это сложно. Сестер Кенна, я думала, что их съели ходячие. Мне там все мы рассказывали. Заткнись! Просто Марлин из-за этого было стыдно. Хороший человек, Клем. Хотела бы я узнать тебя получше. Если эти рейдеры вернутся, Марлон сказал, что отдаст вас. Отдаст нас? Чтобы обратиться. Марлон! Сейчас закрой ее. Ах ты, тварь! Сука, ты гребаная! Блин, это уже где-то шарится, обратилась уже в Ангую. Вы слышите, да? Это она. Выглядел. А ее надо выпустить, пусть бегает. Блин, еще раз фонариком. Господи, как это... Еще раз, тем же фонарем, мать твою. Господи, теперь в другой глаз. Хлем, ты жестоко стала. Господи, Хлем, хватит. Хлем, хорош, да ты хватит уже. Да ты пистанулась, что? Что ты делаешь-то? Он соврал про близняшек. Блин, это жесть какая. Он не заслуживает твоего доверия. Завались нахер! Жесть вообще. Очень жестко. Ну, бейся с ним на руках. Ну все. Короче, я не знаю. Короче, пиздец просто.